Всем огромный привет! Вы на канале «Учимся готовить вместе» и с вами, как всегда, Елена. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный салат, и это всеми любимый цезарь. Не знаю, как вы, а мы его просто обожаем. Конечно, это не оригинальный рецепт, но это именно тот салат, который сможет приготовить каждый и вкусно накормить родных и гостей. Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов. А всем, кто уже подписан, огромное спасибо! Все точные пропорции продуктов, как всегда, в описании под видео. 200 грамм куриного филе моем, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем на кусочки, как показано на видео. Теперь замаринуем филе. Солим и перчим по вкусу. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла и 50 мл соевого соуса. Все хорошо перемешиваем и даем на столе промариноваться полчаса. Приготовим сухари. 1/3 часть багета или несколько ломтиков батона нарезаем на квадратики. Добавляем итальянские травы или орегано, 1 чайную ложку, немножко растительного масла и все хорошо перемешиваем. Отправляем в духовку или на сковородку подсушиться. Готовые сухари перекладываем на тарелку и даем им полностью остыть. Тем временем филе промариновалось. Жарим его на сковородке с обеих сторон до золотистого цвета, до готовности, на растительном масле. Готовое филе снимаем с огня на тарелочку, на салфетку и даем ему полностью остыть. Приготовим соус. В майонез, желательно домашний, добавляем несколько зубчиков чеснока. Хорошо все перемешиваем и переносим соус в кондитерский мешок для удобства. Собираем салат. На блюдо выкладываем 150 грамм салата ромен. Салат предварительно моем и нарезаем на средние кусочки. На салат наносим немножко соуса. Далее выкладываем филе. Филе нарезаем на средние кусочки. Снова немножко добавляем соуса. 150 грамм помидоров черри разрезаем на 4 части и отправляем в салат. Добавляем перепелиные отварные яйца, 7-8 штук, разрезанных пополам. С помощью овощечистки тонко нарезаем твердый сыр 50 грамм, в идеале, конечно, пармезан. Сверху поливаем все немножко соусом. И перед подачей на стол добавляем сухарики. И еще немножко посыпаем твердым сыром, натертым на мелкой терке. Салат «Цезарь» готов. Салат получается очень вкусный и, я бы сказала, легкий. Такой салат всегда разлетается первым на любом праздничном столе. Попробуйте приготовить. Такой вариант, уверена, вам понравится. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, крепкого здоровья и всего самого хорошего. Всем пока-пока!